Мы сейчас на Кода 5 Россия. Сейчас побеседуем с Хучом. Первый вопрос не касается этого турнира. Насчет ВЦГ. Там возникли вроде какие-то у вас проблемы с визами. Что можешь по этому сказать? Ну, Эдику дали отказ в американском посольстве, когда он подавал документы. Вот. Сейчас начали повторное собеседование. В понедельник будет ясно, будет виза или нет. То есть, а если виза не будет, что будете делать? Ну, с нами летит Магер, если что, Магер сядет, сыграет. Ясно. А как вообще тренировки проходят перед ВЦГ? То есть, Сидим каждый день тренируемся. С 7 вечера до 2 часов ночи. Ясно. Ну, давай поговорим тогда про этот турнир Кода 5 Раша. Какое вообще впечатление организации? Вообще, одни отрицательные эмоции от этого чемпионата, реально. Все игры давались очень тяжело. Реально, все игры как будто бы мучились, я не знаю, реально. Невозможно играть просто на... Секунду. Невозможно играть, никто не предупредил нас о том, что клавиатуры нужны переходники, поэтому пришлось играть на дефолтной клаве, которая залипает. Также нельзя разгонять мышки до 500 Гц, поэтому пришлось вернуться на 2 года назад и играть 125 Гц, что очень тяжело. Кто-то люди играл на 500 Гц, понимают, что это такое после этого 125. Ну и вообще, как бы условия, все сидят близко, и все это вообще ничего хорошего. В общем, по-твоему, ваш результат сейчас, ну, не очень такие показательные игры, это именно из-за этого? Я недоволен вообще нашим выступлением сегодня. Вот, но это полностью только из-за этого все и происходило, из-за того, что условия, которые были предоставлены, они просто не...